Итак, ребятишки, я вас рад всех приветствовать в очередной серии по игрушке Sword and Souls. И мы остановились на том, что мы прошли с вами 7 этапов. Я предлагаю ворваться на 8-й и с кровью, потом и да здравствует Советский Союз попытаться отбить еще и 8-й этап. Ух ты, тут мобы прикольные. 181к. Да, бьют они тоже, конечно, прикольно. Яблоко зашитое. Да, наверное, будет тут жестко будет. Но, я думаю, мы справимся. На следующем моба будем накидывать стан, скорее всего. Гляньте, сколько их уже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть мобов и 7-й босс. Я думаю, потом будет даже до десятки, наверное, доходить. Да, все, начинаем со стана, потому что что-то начались трудные мобы. Так, отхил берем себе. Нифига себе. Нифига себе, больно бьет этот гриб дурацкий. Офигеть, и у него повезло. Так, отлично. Я думаю, мы сможем затащить. Ай-яй-яй-яй, я хотел стан нажать. Не надо стан нажимать, давайте двойной удар. Практически. Ну все, мы его забрали. Предпоследний остался моб. Блин, зря нажал стан. Мы босса не заберем теперь. Я что-то вообще не подумал. Что мы заберем? У нас есть с вами 4 молнии, так что мы босса заберем. Стартуем сразу с молнии. Сразу отхил. Отлично, яд заюзали на него. Вообще четко. Еще свой яд юзаем. Перебили, да? Ну ничего, фигня. Не, гляньте, мы вообще стоим просто по красоте. Но это, конечно, благодаря тоже молнии, но как бы... О, бабос подъехал. Четко. Все. Офигенно, друзья. Мы с вами затащили и 8-й этап. Мы сейчас, представляете, как мы можем сейчас одеться? Я вот не знаю. Давайте попробуем еще и 9-й. Сходу 9-й. О, нет, тут, наверное, надо сразу стан давать. Вот что-то типа такого. Иначе мы не вытащим. Подкачать криточек бы вообще. И тогда можно тоже нормально раздавать. Так, двойной. На тебя идет двойной. Я надеюсь, на этом сработает вампирка, на этом уроде. Блин, если она успеет сработать. Офигеть, он нас убил все-таки. Обидно, конечно, я думал, что мы выстоим. Давайте прокачаем наш банк, потому что банк нам приносит огромную прибыль. Прокачиваем банк, у нас здесь... Так, что-то тут у нас фигня всякая, ладно. Давайте теперь... А, нет, дом в самую последнюю очередь будем. Нам надо приодеться. Ох, так, меняем броню. Топор, блин, так не хочу топор. О, офигенный меч. Меняем все это. Так, теперь у нас уже... Блин. Во! Круто, вот этот меч хочу. Вот этот меч хочу, мне он нравится. Почему мы не можем купить вот эти вот фласки? Или это то, что у меня есть? Купон. Купон, боже мой, сорян, друзья, купон. А на что мы можем потратить купоны? Я что-то не пойму. Давайте в музей, гляньте, сколько у нас картина какая-то. Круто, ничего не скажу. Давайте его сейчас покормим. И непосредственно после кормежки гриба... Я даже не знаю, что будем делать. Что-то сейчас решим. Наверное, в тренировку пойдем, потому что надо тренить. Только что тренить, я не знаю. Тренить опять защиту. Даже как-то и... Как-то не хочется защиту. Ну, ворот, в принципе, смысла особого тоже нет тренить. Может, атаку потренить? Прям вот вообще люто-люто на атаку вкачаться. Чтобы... Ну, защита тоже нужна. Тут вот хоть убейся. Ну, кстати, за защиту сейчас очень мало дают. Вот это у нас типа... Гляньте, как он смотрится эффектно. Прокачиваем на максимум вот эту тему. Давайте прокачаем вот этот наш удар.
А с каждым новым разом дополнительный удар будет у нас. Круто. О чем я хотел сказать? Мы так просели по статам, а у нас 11, я думал, 1600 у нас. Так, я считаю, что надо все-таки опять сюда. Все-таки сюда надо вкидывать. Потому что все остальное мы можем заработать. И теперь настало время дома. Так, что вот это за баба? Непонятная баба. Что она тут стоит? Я думаю, она, наверное, моя жена. Или хрен пойми кто. Так, гляньте, как у нас застройка-то идет офигенно. Прям. Мы практически застроили дом. А, все, не хватает бабла. 83%, гляньте, какую X к деньгам. И надо все-таки обновлять нашу гостиницу, хотел сказать, нашу тренировочную комнату. 12.74, давайте глянем, сколько нам банк даст. Эх, не хватит. Ладно. Сохраняемся по фасту. И в тренинг зал, вот даже не знаю, что. Атаку тренировать или блок? Давайте, да даже не знаю, что давайте. У меня хуже всего это атака. Хотя блок тоже нужен. Давайте потренируем блок на новый щиточек. Потому что блок тоже как бы важен. И причем очень сильно важен. А кот живой. Это прикольно, гляньте. Видите, у меня миссии уже все, они уже на финалке. Просто я типа достиг самого, наверное, наивысшего уровня, который можно только достичь по миссиям в этой игре на щите. Это круто. Я, наверное, так только продвинулся по увороту. То есть более-менее я по увороту продвинулся. А так больше, наверное, и нигде, если честно. Щиток у меня только офигенно вкачан. Ну, ладно, хорошо, хоть щиток. Вот что с атакой делать, я, конечно, не знаю. Я весь левел вкидываю в атаку. Это неправильно, я считаю. Надо, наверное, все-таки этот... Блин. Вылетела мысль с головы. Надо было, наверное, поровну все раскидывать, а я как дурак все вкидывал в атаку. Но, как бы... То, что мы с вами 8 этапов прошли, я думаю, это все благодаря тому, что я вкидывал туда. Хотя, в принципе, я щит заработал исключительно здесь. Я в щит вообще практически... Не, в начале, помните, мы вкинулись с вами немножко, и все. И потом мы чисто этот... Чисто так, вот в тренировке. Вот я щит качал и все остальное чисто в треньке. Хотя не, вот в уклон я кидал немного, потому что уклон, ну, тоже такой как бы трудный, так сказать, этот, блин, как это называется, стат или как, нет, не умение, наверное, да, стат так правильнее будет. Так, тут у меня было 399, это был мой рекорд по иксам. Я сколько не пытался набрать вне видео играл, я все время проигрывал. Я набирал 340, 350, 370 и сливался. Больше я не мог набрать. Давайте попробуем сейчас на видео улучшить свой результат. О, да, было бы сказано, и просрано щитом. Блин. Да, улучшили мы свой результат. Прям вообще. И тут теперь самое интересное, что за миссию иксов вообще не дают. Вот сейчас увидите, вот я сейчас наберу где-то 300. Ну, 300, конечно, это сильно сказано. Ну, туда где-то по 200 иксов. И выйду. И вы посмотрите, сколько мне даст бонус. Бонус вообще, то есть, мало. Мало щит дает сейчас. Это, походу, все связано, потому что закончились квесты. А как его еще зарабатывать, я ума не приложу. Ну, наверное, только тренировкой. Видите, он там плюс 18 там подкидывает, вот такое. А это, как вы понимаете, это вообще, то есть это копейки на самом деле. Такие цифры. Ух ты, блин, яблоки летят. Напишите в комментах, сколько вы вот на щите собрали, сколько в атаке собрали комбо. То есть вообще, как вы пособирали вообще комбухи. Я, вот здесь 399 у меня рекорд, больше я не могу собрать. Постараюсь сейчас вам на видео собрать побольше, но
Не знаю, ну я тогда на видос это все собрал. Те комбо, которые у нас есть. Фигово с вот этим щитком, потому что край его, вот этот острый, он не всегда отбивает. Надо как бы середину направлять. А круглый я вижу, что он может отбить. То есть я пропускал только, когда не успевал своей рукой двигать. А здесь я тогда понадеялся на уголок щита, и в итоге я просрал. Тоже как бы не есть хорошо. Так. Но мне еще нравятся шмотки нашего рыцаря, они просто эпические. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это звезды зашли. Звезды зашли по красоте. Так, ребята, так, уже начинается жара. Жара 244 камбухи. Черт, вы видели, я пропустил. Ёпяный мамай. Как я мог пропустить? Опять. Так, ладно, надо подготовиться, сосредоточиться. Давайте наберем, да фиг знает, давайте сейчас 200 и сливаемся отсюда. И посмотрим, сколько нам дадут. Вот это то, что плюс 18, плюс 17, интересно, оно сбрасывается, вот когда вот 200, да, набрали, и там за все 200, там, допустим, плюс 100 от брони, да, интересно, оно сбрасывается или оно стакается, кто знает, напишите в комментах, плиз. Потому что я последний раз проходил, мне защита вообще что-то там копейки такие дали, по-моему, 400 всего лишь единиц или 300 единиц. Ну, то есть очень мало. Если я на увороте набираю где-то 90 от, нет, не 90, 70 комбо и делаю один, там, два квеста, выхожу, мне там 300-400 сыпет. То здесь я тогда с 200 камбух набрал, вышел, и мне вообще, то есть, очень мало дали. Но это потому, что связано, наверное, из-за того, что уже тут квесты кончились, и мы чисто сейчас, я даже, чисто тренька постоянная. Так. Угу. Блин, вот как жалко, что вы эту игру увидите только в марте месяце или в конце февраля. Хочется ее побыстрее выложить, потому что я снимаю ее сейчас 11 февраля. Но, увы, ребята, увы, я не смогу так сделать. Иначе, когда я буду на сессии, я тогда просто-напросто сейчас скажу вам. Просто-напросто у меня не будет видосов выкладывать. И канал опять будет застаиваться, а я такого не хочу. Мне нужны видосы именно по очень интересным играм, и которые я хотел всегда поснимать, но у меня никогда не доходили руки. И теперь, когда наконец-таки у меня есть действительно время, есть возможность это все осуществить и реализовать, я буду стараться все это реализовывать. Черт, вы видели? Опять! Я начинаю злиться. Все, набираем 100 и выхожу отсюда. Я уже злюсь, реально. Пипец. Как так? Стараешься, стараешься, и все в задницу уходит. Вот сейчас вот сатен наберем и посмотрим, сколько вот нам насыпет. Или 200 наберем, или 300, или 500. Блин, звезды отбиваю. А иногда очень сильно рассеивает внимание это звезды. Ты хочешь и звезду вот так поймать, и еще и яблок хочешь поймать. И в итоге распыляешься на все, и у тебя ничего не получается. И ты понимаешь, что все печально. Так, 67. Не, все-таки, наверное, 200, да, у меня после 230 начинаются запары идти. Я думаю, 200 мы наберем с вами без проблем. Привык к круглому щиту, тренил постоянно с круглым щитом, а тут резко треугольник дали. Блин, пока к нему привыкнешь, к этому треугольнику, вообще жесть. 113, отлично, заходим как короли, просто как отцы. Заходим, даже удается подымать звезды. Давай за жизнь, давай, братан, за тех, кто с нами был тогда. Вот, кстати, вот сейчас было опасно. Можно было просрать. 166. Блин, все, надо сливаться. Надо сливаться. 1206 дали. 1206. Все-таки оно стакается, друзья. Скорее всего, оно стакается. Вот эти все проигрыши, они настакиваются. Ладно, всем спасибо огромное за внимание. С вами был Герман. Подписывайтесь на канал. Это канал Акамарачи. И всем до скорых встреч. Пока-пока.